Чувашия стартовал прием заявок на всероссийский конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России». В этом году он пройдет уже в четвертый раз. Участники получат возможность пройти комплексную оценку профессиональных навыков, лично познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев. Это тот социальный лифт, который сегодня есть для молодых людей, для тех, кто готов себя проверить на прочность, свои навыки. Подготовиться значит, к этому конкурсу – это уже шаг на самосовершенствование. Можно понять свои сильные, слабые стороны. Ну и прежде всего, это, конечно, ваше стремление принести пользу на благо того места, где вы трудитесь, страны, региона.